Мой брат присылает мне постоянно, в общем, Яндекс был забит этими советами, в основном подлыми. Обрезка летняя, обрезка осенняя, обрезка зимняя, так нет. Вот. И пошло, и поехало, и это самое, перекопка, четыре перекопки за лето, больше делать нечего, представляете? У человека что, трактор есть? И так далее. И все это вдруг исчезло. Но остались страницы в Одноклассниках, и я постоянно получаю такие. Как с ними надо работать? Я надеюсь, что нас будет много. Переломить ситуацию мы пока не можем. Накажем такой, как он называется, сеть эти, вот где, ну, допустим, сайт или канал. Вот. Там обычно один, два, три специалиста. Они считаются специалистами. Иногда, если повезет, что он еще практик. Да нет, ты уже давно не встречал ни одного, кто бы дал хотя бы один грамотный совет. Это из сотен. Как это выглядит? Я просто хочу вас, чтобы наши люди постепенно там занимали. Их будут банить или как-то. Что такое банить, я не помню. Типа того, что запретят высовываться. Вот. Смотрите, вот самый умный совет был из тех, которые... А там много чего. Опрыскать, опрыскать, опрыскать. Вот. Вы-то уже наверняка, ну, половина из вас уже знает ответ. Какой правильный ответ? А один догадался вплоть до того, там же гниет, а там, значит, жуки древоточцы, а это их кал, испражнение. И вы знаете, скорее всего, так оно и есть. Но всегда, когда я вижу эти обсуждения, все, они стараются что-то чем-то помочь. Но никто из них никогда не говорит причину. Вот понимаете, в данном случае огромная, страшная, полусмертельная рана. Ниже этой раны, вот видите, ниже этой раны, вот я люблю вот так вот смотреть. Вот. Вот теперь видно, видите вот эти трещины, все. Там, наверное, да, там спира мертвечина. И никогда не воюйте ни с какими жуками, древоточцами, все вот этими личинками, которые живут под корой. Они не едят живую ткань, они отравятся, они не могут съесть ни одной клетки живой ткани, так же, как грибы. Это не их дело. Их дело – выедать мертвечину. И вот то, что вы видите, допустим, да, пусть это испражнение, как угодно назвать, причина в том, что какой-то, мягко говоря, человек сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать. Он сделал страшную рану. Он ее сделал настолько грамотно, что она пыталась зарасти. Но, как правило, она, скорее всего, была вот такая, такой осталась. Почему? Она, с одной стороны, зарастает, а с другой стороны, увеличивается в размерах. Дерево же растет, оно же сразу погибает. Вот. И просто взять и объяснить. Просто, я надеюсь, что такие люди появятся. Мы уже зарекались моим братом Железовым Юрием Владимировичем, потому что, ну, сердце же не железное, а вы там в основном моложе. Нам-то уже, слава Богу. И вот получилось так, чтобы просто взять и сказать: ребята, там, не здесь, а там, где шло обсуждение, нудное, глупое, там тут же спасибо за совет. Вот, сейчас бороться вот с этим будут. Перерезаны сосуды, перерезаны. Под ними начинается гниение, просто обыкновенное гниение. Вот причина, не важно, что это такое. Просто мертвечина или кто-то из... Это могут быть грибы, это могут быть лишайники, это могут быть мхи, это могут быть жуки-древоточцы. Все это потом. А просто сказать: ну, хозяин, ты уже глупо сделал, с этим бороться бесполезно. Потом кто-то скажет: выскоблить ножом тоже бесполезно, хуже будет. Просто сказать: ты в следующий раз-то не бери в руки пилу. Вот этого никто никогда нигде. А вот взять и опрыскать фунгицидами – это пожалуйста. Начиная с простейших.